Сегодня городские дороги убирает вся снегоуборочная техника. Как рассказали в МУП «Дороги Владивостока», снегоуборочные единицы вышли на места базирования заблаговременно. С момента начала осадков спецтехника сметает снег с городских магистралей к прибордюрной полосе, а сами дороги обрабатываются противогололедными материалами. Сегодня с акватории Желтого моря на южную часть Японского моря смещается очередной неглубокий циклон, а связанные с ним атмосферные фронты оказывают влияние на погоду южной половины Приморья, в том числе и на Владивосток. В краевом центре сегодня с самого утра идет небольшой снег, сохранится он в течение дня, будет идти временами, постепенно ослабевая, и окончательно осадки прекратятся во второй половине дня, ближе к вечеру. Службы жизнеобеспечения города работают в своем обычном режиме, только энергетики сообщают, что в связи с проведением работ по устранению утечки на магистральных сетях сегодня без тепла остались 39 домов. Тепла в домах не было с 9 и до 15 часов. В связи с ужесточением миграционного законодательства на очистку улиц приморской столицы теперь выходит не 300 мигрантов, как раньше, а только 50 россиян. Ситуацию осложняет тот факт, что эта зима выдалась на редкость снежной. За полтора месяца на город свалилось более 1 миллиона кубометров снега. Сегодня во всех 5 районах Владивостока работают административные комиссии. Это никак не связано с снегопадом. Комиссии проверяют состояние придомовых территорий, а также территории фирм и частных компаний ежедневно. Так, в ходе последних рейдов протоколы за неубранный снег и наледь получили управляющая компания «Трудовое», управляющая компания Советского района 7, управляющая компания «Гершельд», магазин «Фреш-25» на улице Хабаровской, 19 и ряд торговых точек и предприятий. Есть определенные сроки, то есть где прописано, когда должно быть все это сделано и вывезено. Если люди не понимают, не убирают, то есть мы приглашаем их на протокол, то есть составляем протокол, направляем на административную комиссию, где комиссия уже выносит решение. В ГИБДД Владивостока сообщают, что сегодня снег существенно не осложнил дорожную ситуацию. На 11 часов утра во Владивостоке зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. Массовых дорожно-транспортных происшествий не случилось, движение осуществляется в обычном режиме. Тем не менее, инспекторы дорожно-патрульной службы отмечают, что вечером Владивостоку, скорее всего, не избежать пробок. Екатерина Чернокова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.